Доброе утро. Вторая ночь прошла нормально. Вчера мы легли пораньше. Все равно устаешь немножко, но все спят еще. Вот смотрите. То есть люди находятся здесь. Наши ребята. Пока все спят. 7 утра. В принципе, я выспался, а сын еще спит. Так что утро начинается. Не растекся. Худней. Да, а что тут? Так, друзья, третий день у нас получается, две ночи. Поехали мы с Алексеем, решили скатнуться. Смотрите, подъем интересный. Очень крутой и вот такой вот. Поэтому, ну, ускоренный, наверное, включу. Вторая повышенная. Поехали. Так, ну что, все, заехали. Итак, очередь Алексея проехать через река Белая, ну, ребят, здесь глубоко. Я тут не вас притопил. Не знаю, как Алексей. Лишь бы не заглох. Там прям вообще глубоко. Давайте пожелаем удачи. Пойдет в чем-то. Вот. Молодец. Ну и выезд там такой сложный. Так, Алексей у нас возвращается. Видишь, у них эти яркие лоскутики, чтобы их отличать, чьи они. Ясно? Thank you.
Ребят, попробовали на гору заехать. Ну, блин, высоко, реально высоко. А выше можно? Как бы она едет, то уже, знаете, если машина заглохнет, блядь, уже ее не остановить. Сейчас Лех тоже развернется. Все, заглох. Что-то у легких сложности. А вы знаете, что сейчас машина вот так вот стоит. То есть можно перевернуться. Вон, смотрите. Страшно, конечно. Представляете, на какую высоту поднялись? Вообще крутяк. Крутяк конкретно. Не едет круто, значит. Круто? Круто здесь, да. Так, ну что, смотрите, Алексей прям давит. Очень затяжной подъем. Первая пониженная почти в осечку, ребят. Все, вижу вас. Пока. Давай, пока. Так. Давай, Лех, удачной дороги. Дастер у нас покинул. Благодарю. Поехал домой. Алексей поехал в Оренбург. Удачной дороги. Мы едем за Опелем. Первая пониженная. Не блокируюсь. Пять тысяч оборотов. Ну, запас мощности хватает. Вторая кончилась, первая. Страшновато. Покажи, где мы находимся, туда. Спускаться страшно, маленько. Да, даже спускаться страшно, ребят. Вторую пониженную включил. И вот у меня на Ниве только при заведенном двигателе нормально тормоза работают. Чуть движок заглох, блядь, тормозов ни хрена нету.
понижена. Вот такое небольшое восхождение, автовосхождение получилось. Интересно было попробовать, как вообще автомобили едут. Так, Алексей. Понижайка, конечно, на любом двигателе вещь классная. Уже домой потихоньку. Ну и решили напоследок заехать к человеку бортник, который занимается непосредственно дикими пчелами, да? Сбором дикого меда, да. И дикими пчелами, да. Ну и вот приехали к нему сейчас в гости, зайдем, ну и посмотрим быт. Ну и так как мы не можем поехать в лес, потому что пожароопасная ситуация, и в лес вообще как бы запрещено заезжать, да? Да, хотелось, объяснил? Да. Мы, конечно, ждали этого момента, тоже он очень занят. Да. 3 дня ждали, но последний день как бы, ну, хотелось посмотреть, как это в лесу происходит, ну, из-за пожара опасности. Поэтому ситуации, да. Человек нас в гости позвал, мы к нему приехали, зайдем, посмотрим. Да? Быт, да? Да. Быт, и так как все это пошли. Как нас пригласили зайти в дом. Дом из бруса, газа нету. Пошлите, зайдем, посмотрим. Конечно, вот красиво то, что дерево, да? Вообще классный дом. А зимой холодно, нет? Нет, тепло, у нас вот печка красивая. Если не топить, холодно. А полы холодные зимой? Ну да, ну конечно, да, потому что у меня там же этот... Ну да, я смотрю. Почти 2 метра. Да. Это вот кухня, да? Гостиная, да, это у вас. Кухня. Да. Печь. Печь, кипяку, хлеб, вот, который сегодня сейчас чай попьет. Да, это вот настоящая русская печь получается. Угу. То есть за счет печки, то я так понимаю, она стоит в середине дома. А, угу. Все-таки отопление проходит, да? Паровое отопление. Да. Топится и... Ну классно. Что-то не отключили. 8 часов должно были отключить. Вчера без света вообще живем. И этот кухонный гарнитур тоже сделан из дубового материала. Вот это дубовый, да, материал? Да, это дуб. Халиль тоже заготовкой дуба занимается. Тоже может людям как бы продавать доски. Угу. А мы вот сами, не, гарнитур сами не сделали, заказали. По своим меркам, по-простому, а то уже устали от этих гарнитуров, которые ломаются, дешевые. И вот решили... Вот еще. Ну, молодцы, конечно. Угу. И заказали, тут зато он навечно. Один мастер вот делает. Вот этого, да? Да,
Это тоже дубовое все, да? Все вот это дубовое. Все дубовое. Просто покрыл чем-то он. Ну, ну как вот. Это сказать? Покрасил и все. Угу. Обшлифовал. Ну, вот супер, это. Супер. Угу. Зато навечно. Это местные тоже, да? Да. Лесная клубника. Лесная клубника. А творог ваш? Тоже все деревенское. Вот это нет. Корот. Это как понять? Корот – это кисломолочный продукт, который добавляется в мясные блюда. Ну и так можно к чаю попить. Угу. Это сметана деревенская, сметана. Да, она только жирная. Что свежая, только что пропустила. А, свежая даже. А это сысуикмак называется. Сысуикмак – это то есть пресный хлеб по-башкирски. Вот сюда пройди тогда. Пропусти. Угу. Это мед хлебовый тоже наш. Ну, все деревенское, все понял. Свое. То есть мед этот не дикий, это обычный? Нет, обычный центробежный. Я понял. Здесь из всех продуктов только сахар, получается, магазины. Остальное все наше. Держи. Не побольше бери, побольше, парик, все. Давайте. Если так, можно. Сметана. Если можно, мне чайку немножко. Конечно, конечно. Можно. Сметана. Да что? Можете отдельно положить? Положить нет, надо, нет, а она надо. Не хочет. А блинчики с мёдом. Мы вот сюда деревянными гвоздями ставим приманки. Вот сюда, на потолок. Вот это у нас потолок. Угу. Вот так в ряд. 5-6 штук. Ставишь. Приманки. Да, это называется небольшие квадраты. Сус пустой, без меда, без ничего. Мы вырезаем от старых рам. Ну, соты. Соты. Ну вот, закрываем крышкой. Вот сейчас я вам покажу. Вот эти у нас крышки, которые вот у нас дятел его. Вот так закрываем крышкой. Угу. Вот закрывается. Ну, это не от этого. Ну, смысл понятен. Да. Ну и вот эти. Вот эти. И закрепляем гвоздями вот металлическими, да. И вот эти щели все замазываются глиной. Угу. Когда пчела развесится, ищет место для себя, для жилища, угу. Для будущей жизни, угу. Она залетает, слегка залетает и смотрит внутри, нет ли просвета, можно ли нам прожить. Угу. Вот когда человек уже в дом заходит, если дом-то в дырках, он же не будет там жить, там худой, или еще крышу там заменили, или потолок, это тоже такая вот семья получается. Ну потом они, если все они туда... Рой прилетел, все, начали жить и начинает оттягивать свои там. Там вощина никакого нету. Все, как говорится, природно. Все оттягивает. Вот эти у нас, чтобы вот этот свежий сот оттягивать, и сразу, если медосбор есть, они медом наполняют. Уже все, матка, как говорится, как в рамочной уже начинает червить, расплод. Чтобы вот эти свежеостроенные соты, там же рамок нет, проволок нет. Да. Чтобы она... под грузом там меда, чтобы она не, как говорится, не оторвалась. Не да, вот сюда тоже крепится, вот сюда, вот. Вот этот литок. Угу. Там, да. Ну и все, что там. Если хороший год, хорошая семья, она может до конца затянуть. Ну, смысл понятен, да. Мед срезается только вот один раз в год. В конце. Один раз в год срезается. Да, в конце сентября, вот как по погоде там в начале. И примерно вот с одного такого сока меда получается примерно. Ну, ну так будем брать хороший год, сильная семья. Да. И ну, медосбор хороший. Да. Она ему может, в принципе, вот до пола заполнить. Да, бывает, да, заполнить, да. Это было в моей практике, да, было. Ну да. И сколько? Ну, 20 кг. 20 кг. Да, потому что мы здесь 7-10 кг оставляем на зимовку. Uh-huh. Вот примерно вот. А отсюда вот все оставляем, уже забираете, да? Да. Вот, да. А uh-huh. Нижние уже забираем. Все. Поэтому две рамки получается на две части. Да. Это определяем на глазок, потому что мы уже знаем, сколько там. Uh-huh. Определяем, да. 30. Сколько он сказал? Соток? 33. 33 сотки человек, вот, смотрите. То есть стандартные ульи стоят. Человек картошку сажает. Вот. Ну, 33 сотки это, ну, прилично. Человек имеет своя пилорама, то есть вот с таких вот бревен, примерно с таких бревен, через станок пропиливают, видите, вот. И любую толщину делается доска. Так я делаю доску. Итак, вот мы с вами посетили угодья хозяев, да, бортников. Вот, посмотрели их быт,
покушали очень вкусные национальные блюда. Да, там. Вот. Ну, очень вкусно, конечно. На этом мы будем заканчивать. Хозяям, скажем, большое-большое спасибо за гостеприимство. Было все очень вкусно. За угощение. И за то, что помогли нам вот в этом. Да. Подсказали маршруты, все-таки сходили, да, ездили. Да, все, да. Так что большое. Все вам спасибо. Будьте здоровы, не болейте. Мы поедем домой. У нас наше путешествие на этом закончилось. Да. Все. Я тоже очень рада, что познакомилась с вами. Ждем вас на следующий год. Приезжайте. Обязательно. Всегда рада вам. Да, очень рада была помочь вам. Да, спасибо. Спасибо большое. От имени национального парка тоже. Все-таки работаю там, поэтому. Ну, понятно. Ну, да, ваша работа. Да, наша работа, работа с вами. Спасибо. Спасибо большое. И до свидания. До свидания. Ну что, ребят, вот мы и посетили с вами национальный парк Башкирии, Антонова скала. Покатались по бродам, посмотрели быт национальный. Нам очень понравилось, спасибо за гостеприимство. Что заметили, люди первый день приезжают, все какие-то злые, напряженные. На второй, на третий день люди раскрепощаются и, ну, прям... Все добрые и, как говорится, вежливые и без всяких проблем. Все, нам домой, 6 часов, Оренбург. Спасибо вам, всех обнял, ребята, всем пока. У нас тут дорога настолько ровная, что у нас аж лампочки вылетают. Да. Ну и вот, смотрите, здесь тоже пылище. Это жестко. Вот автомобиль. То есть мы, 90 километров по пыли проехали, здесь асфальт, а дальше вот эта самая такая дорога жесткая. Но мы уже на асфальте. Наше путешествие, да, к концу. По Башкирии, к концу. Побывали мы в национальном парке Башкирии, Антонова скала, правильно? Да. Вот. Три дня? Три дня. Сколько у нас ночей получилось? Три ночи. Да, три дня, три ночи получилось. Дня 4 получается, да, с первым днем. Ну, не важно. Ну, да. Все нам понравилось. Поднялись мы на саму Антонову скалу, как получилось. В принципе, нам понравилось. Покатались по бродам. Были у пчеловода в Барти, да? Да. Посмотрели быт. Вот. Нас там угостили всякими вкусняшками. Вот. Очень доброжелюбный, да, народ, башкиры, да, очень, да, гостеприимный, да, очень понравилось. И, кстати, вот, может, мы от этого отвыкли, я это уже заметил, Виталь, ты не заметил, нет, все дети здороваются. Ну да, у них там есть такое. Вот едем мы, где они едем, дети хотя бы, допустим, нас не знают, здравствуйте, дети говорят. Мне вот это вот на удивление удивило, действительно. Да. Да, да. За гостеприимство вам отдельное спасибо. Спасибо, да. Будете в наших краях, звоните, мы вас встретим, да? Да. Так, как мы и сказали. Ладно. По деньгам, если сюда ехать примерно 260 километров, да, то есть получается 600 километров. Ну, у нас получилось чуть побольше, так как мы катались по горам, по броду пересекали. Вот посчитайте, примерно бак бензина надо будет сжечь вам, если ехать с города Оренбурга сюда ехать. Вот. Смотря на чем. Да, смотря на чем и у кого какой расход. По Ниве у меня вопросов нету, с кондиционером 10 литров все равно получается, вот еще плюс. Маленький прицеп. Серега, на газе вообще ездили, да? Да. У тебя еще меньше, да, по-моему? Да. Ну, туда я приехал, 84 у меня пока. Да, вот. 86. Я промолчу, у меня в районе 18, наверное, вышло. Да. Не меньше на сутки. Поэтому у некоторых сейчас уже лампочки светятся, да. Надо до ближайшей заправки. Все, на этом будем заканчивать наше путешествие. Как смогли, кто смог, тот приехал. Всех вытащить, к сожалению, мы не можем. Все, всех обнимаем. Всем пока. Всем привет. Да, всем пока-пока, ребят. Всего хорошего. До свидания, Башкирия. До встречи. Да, до свидания. Потому что очень понравилось. Приедем, приедем. Да. Обязательно. Отдохнули хорошо. Да. Да. Все, поехали. Накупались за все лето. Ребята, подписывайтесь на канал. Нива 007 Оренбург. Стараемся для вас. А нам ехать прямо.